45 миллионов рублей потратят на культурную программу чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом сегодня сказали журналистам. Во время Мундиаля пройдет 90 культурных событий. Это концерты, спектакли, выставки и кинопоказы. В 9 районах республики сегодня проходит акция «Рыбий быть». Школьники, студенты, рыболовы-любители участвуют в установке искусственных нерестилищ. Таким образом, организаторы акции хотят сохранить и наладить воспроизводство биологических ресурсов и благоприятного прохождения нереста. Иранская ядерная программа, социальные сети и учебная практика в Саудовской Аравии. Такие вопросы сегодня задавали студенты Казанского университета генеральному секретарю Организации исламского сотрудничества. Юсеф Ахмед Аль-Усаймин на английском языке прочитал лекцию и предложил слушателям гранты и стипендии от организации.